Блин, опять не могу уснуть. Надо просто посчитать овец. Раз овца, два овца, три. Так, а что если ФСБ специально разработала Инстаграм, чтобы следить за нами? Шел седьмой день голодовки и безденежья. Сегодня был очень крутой. It's a beautiful day. It's a beautiful Я подонок и сволочь, люблю только себя, не пишу стихов, не дарю цветов, все бабы дуры. Он идеальный. Я из хорошей семьи, воспитанный, добрый, образованный. Френдзона. Давай дружить. Как ходят в туалет парни. Ну и как это делают девушки? Ждите новое видео в 21:00. First, let me take a selfie. Я хочу тебя. Текст, сука. Не дарю цветов, блядь, не дарю цветов. А, блядь, пиздец, эти видео нахуй. Спасибо за вечер, любимая. Ой, ну что ты? Все, целую. Клади трубочку. Ты первый. Нет, ты. 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 Ну ладно. Так, и кто у нас сегодня пойдет к доске? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. О, Зарубин, марш к доске. Сука! Татьяна Юрьевна, я сегодня не готов. Зарубин, ну сколько можно? Неси дневник. Макс, спрячь дневник. Молодой человек, почему ваш футболка сухая, совсем не пахнет? Потому что я пользуюсь Акс-эффектом. Здравствуйте, я бы хотел заказать пиццу. Так, смотри, здесь указаны номера объектов 16, 42 и 69. 69. Извини, я немножко задумался.
задумался. Снэпбэк, татуй, борода. 24/7, клубы, концертные залы. Мама, я в Дубае, мама, мама, я в Дубае. Это не шутки, мы встретились в маршрутке. Чия Санта Лючи. Блин, мне кажется, я поправилась. Наверное. Блин, пацаны, завтра 14-е, чё дарить будем? Ты чё, каблук что ли? Какие подарки? Любимый, с праздником! Нравится? А ты знаешь, что через месяц лето? Надо подкачаться, надо подкачаться. Надо подкачаться, надо подкачаться. Хватит лайкать этих тёлок, надоели. И вообще, ты мне цветы давно не дарил, на море. Селфи? Ой, всё. Лабутены. Кто тебе пишет? Неважно. Мать. А давай я тебя сфотографирую? Давай. Во-во-во, нормально, давай, улыбайся, улыбайся, давай. Доброго времени суток, мы находимся в Монте-Карло. Ладно, шучу, за Рубин Шоу находится в Москве. И сейчас мы будем снимать для ресторана «Море-море». Спасибо, Сергей Жуков. Поехали. Слушай, я так похудела, считаю калории, в зал хожу every day. Короче, я тебе сейчас все скину в WhatsApp, эта диета просто нереальная. Перед салатиком вообще не калорийный. Самый вкусный А фото в Инстаграм. Лайки, комментарии, репосты. Лайки, комментарии, репосты. Слов не бросает на ветер, как орел сердце мое. Это не шутки, мы встретились в маршрутке под номером. Вот, сфоткай нас. Ну что, пацаны, меня сфоткайте тоже. Блин, ну чё за херня? Money's the motivation, money's the compass. 1%. Беги. Get jazzy on. Get jazzy on.
Что случилось? Да достала она меня уже. Вот здесь она у меня сидит. Все, это был последний раз, я с ней расстаюсь. Красава! Давно пора. А погнали сегодня в клуб, тёлки, бухло, оторвемся. Yes! Да нет, нет, ребята, я сегодня дома остаюсь. А он решил мне стоить долларов покупать. Потаха тик. Ксюша, Ксюша, Ксюша. Смотри, губки, ресничка, волосы. Да, да, да. Похудела, такая белая, губки, глазки. Сучка крашеная. Погнали. When I met you in the summer. Ух, какие они сегодня наши. Тынь-тынь. Может, познакомимся? Братан, смотри, какая тёлка. Уф, давай познакомимся. Давай. Поехали с нами! Твоей маме взять не нужен! Ты готов услышать «нет»? Сейчас раскурю. Дай затянуться-то. Сейчас торнадо будет. Господи, ну дай, ну! Аж только взял, только взял. О, ребят, здорово. А чего вы себе ничего не заказали? Да, я дома поел. А я что-то не хочу. Ну ладно. Дай я кушу. А я картошечки возьму. I'm spending it all. When I throw, 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 throw it up. Start twerking like Miley. Ребята, мама, мам, ну попросили же, мама, ну мам. I'm in love with the coco. I'm in love with the coco. Блять, хватит спать, дед, что ты за неделю? I'm in love with the coco. Ну чё, пацаны, как вам? Да, круто. Тебе идёт? Ну чё, пацаны, как вам? Это бесполезно, я тебе ничего не скажу. Сейчас сильно пожалеешь. 14 километров от озера на юг, там штаб, там наши танки. Слушай, набери его заранее, пусть выходит. Алло, мы подъезжаем, выходи. Ну что, пацаны, поехали?
фоткаемся, как мы хаваем. О, давай сами в тачке. Хватит! Паспорт можно? Набухаемся, набухаемся, блин. I don't like it. I love it, love it, love it. Uh-oh. So good it. I don't like it. No. Где моя тачка? Может, ты кнопку нажмешь? Любимая, привет, я скучала по тебе. Зарубин, я же просила тебе мне больше не звонить. Между нами все кончено. Почему? Почему, почему? Потому что у нас с Тимати все серьезно. Да ты как все повелась на его деньги и славу. Чем я хуже? Да потому что у всех морковки, а у него баклажан. Сечешь, о чем я? Лада седан, баклажан. Эй, бро, есть зарядка? Да, вот, да, возьми. Стой! У тебя сколько процентов? У меня 10. А у меня 5. Денис! Братан, привет! Родной мой, привет! Сколько лет, сколько зим? Да. Ребят, сфоткаемся? Нормально вроде получилось, да? Хорошо. Давай выкладывай, выкладывай, отлично. Да, отлично. Удали, 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 удали. Выкладывай, 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 выкладывай. Здравствуйте, готовы заказать? Да, две пиццы и колу. Благодарю за заказ. Я, кстати, ты вчера смотрел «Дом-2». Господи, да. Рудник 40-летней женщины сказал. Я вообще в шоке. А, кстати... Да хватит, сколько можно это обсуждать? Как его можно вообще смотреть? Всем привет! Сегодня я расскажу, как починить зарядку в домашних условиях. Зарядка на iPhone есть? Зай, как ты себя чувствуешь? Все хорошо, я сильная, я справлюсь. Нина, с тобой все хорошо? Я умираю. У тебя температура 36,7. Позовите священника. Может, сфоткаемся? Гриш! А? Сфоткай нас! Памяти нет. Ой, это видео? Это пиздец. Что за ситуация? Его на...
найду, я его выеб... Till I get my money right. I had a dream I could buy my way to heaven. Зарядка есть у кого-нибудь? Слышь, ты че такая дерзкая, а? А? Нет, это моя тачка. А? А? And that is song. Seem like the whole city go against me. Every time I'm in the street, I hear da, 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 da. А ну-ка быстро мусор убрали! Все, все! Не нравится мне, хочу другое платье. Ну а какое ты хочешь? Черно-синее? Бело-золотое? Ты даже цвет различить не можешь. В центр за 500 поедем. Штука. Поехали. Спать. Ребят, ну подвушки где-то. Ну, отлично. Срочно дай позвонить, телефон нужен. Сейчас, секунду, подожди. Боже, какой мужчина! У тебя есть борода, я скажу тебе да. Да, да. Ты заебал нахуй! Давай чуть правее немножко. Андроид. Маша, давай селфи. Давайте. О, смотри, крутая. Дайте мне ее, Маша, переснимем. Да, хорошая фотка. Да, она классная. Да, переснимем, давай, пожалуйста. Все, я уже выложу. Да в смысле ты выложил? Говорю. Переснимем. Ну что, как дела? Пока не родила. Я тебе сколько должен? 300? Спасибо, тракториста. Да мне, рука в говне. Слушай, ты не обижайся на меня. Будешь пиво? Ну давай. Это его разлива. Я душа, но и магна. Ding dong.
Отпусти! Отпусти! Я на работе, перезвоню. Продолжим? Ага! Слушай, мне девушка бросила. Может, пойдем побухаем? Сейчас, подожди секунду. Малыш, можно я сегодня с другом побухаю? Нет. Пойдем. Да, сигарет. Ты что, себе не мог купить? Да я одну. На спальне, говорю. Да не спали, жвачку захавай. Слушай, давай курить бросим. Давай, по последней и бросаем. Давай. Стой, ты же не куришь. Братан, я когда пью, я всегда курю. Привет. Свободен. Я перепутала, думала, что любовь, но оказалось неправильно. Пофоткай меня. Давай типа я счастлив. Давай типа я иду. Теперь давай типа, ну типа у меня очень важный разговор. Все, короче, скинешь мне сегодня фотки, я выложу в Инстаграм и напишу: люблю случайные фотографии. Это Мэми, Иса, Тико. Смотрите, а это чья фотография? Дорогой Дедушка Мороз, в новом году я хочу много есть и никогда не толстеть. Чтобы никогда не было месячных. Найти себе доброго, верного, красивого парня. Большие сиськи и жопу. Ой, все. Давайте на Новый год реально хату снимем. Тёлка, бухло, оторвём. Давай! А давайте лучше в клубе столик снимем. Кальян, мальян, трава, а лучше за границу, солнце, море, пляж. С Новым годом. Зато мы вместе, пацаны! Малыш, а сколько парней у тебя было до меня? Один. Ой, ты моя хорошая. Только ты не узнаешь. Фу, блять, что за песни? Что случилось? Что? Он меня бросил! Да и что? У тебя таких, как он, миллион будет! Да мне не нужен миллион! Мне нужен он один! Скинь фотки с выходных. Я сам не смотрел еще, давай попозже, а? О, скинь фотки. Интернет плохой, давай потом. Фотки, сейчас. Эд, ну что там с фотографиями? А, да я посмотрел, короче, я вообще не получился, я все удалил. Мои фотки! Пацаны, перископи! Дорогой, ты собираешься? Нет, еще. Не зли меня, одевайся. Ладно. Я готов. Еще голову не помыла. Ну и пошла! It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see. Ладно, давай, мне тут роллы и пиццу привезли. Ну что, выбрал тачку, которую будешь брать? Да, вот, через неделю беру. Ну, либо эту возьму, либо вот эту. Мечта сбывается. И не сбывается. Зай, у тебя есть резинка? Какая резинка?
Блин, я такая голодная. Напахавать или напотрахаться? А я сегодня свободна. Блин, что-то так скулы болят. Ура! Наконец-таки выходные. Сегодня мы по-любому оторвемся. Ну чё, поехали. Пацаны, а может перед клубом? Everybody! Она меня не понимает, это клуб. Присягнись. Ну, мам, я никуда не поеду. Стой, не прижимайся к машине. Ну, сними же очки, ни черта же не видишь. Куда гонишь? Знак 40. Куда на красный? Осторожно, пешеход. Все, я больше с тобой никуда не поеду. Смотри, кто меня лайкает. Так встреться с ней. Привет. Девушка, не мешайте. Это же я, Елена, 13. А на фотографиях ты другая. Инстаграм, сука. Давай хотя бы пожрём. Зай, у меня есть 2 билета в кино. Не хочу в кино. О, а может суши? Нет, только не суши. Ну тогда в кальянную? Надоело. Мороженое, пирожное, аквапарк, цирк, кто? Ну тогда поехали домой. Не хочу домой. Я в тебе нашел абсолютно все. Ты что делаешь? Ну романтика же! Да пошел в жопу со своей романтикой! Не видишь, фотки обрабатываю! Наверное, был неправ я. Братан, братан, какую фотку выложить? Эту? 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 Вот эту? Вот эту? Да. А как подписать? Ты словно целая вселенная. Ты словно целая вселенная. 14 февраля. Любовь. Отношения. Цветы, цветы. Никакого лайка, сучка. Цветы, подарки, валентинки. Мы гуляем со своим любимым парнем. Да вас все равно бросят! Бросят! Так же, как и меня! Сфоткай меня, пока никто не видит. Готовы сделать заказ? Да. Не надо стесняться. Любимый, у меня для тебя сюрприз. Только не подсматривай. Хорошо. С праздником! Смотри, какой я красивый. Тебе очень повезло со мной. Ты очень красивая. Да, мам, я покушал. Хорошо, целую, целую. Всем парням нужно одно и то же. Я не такой. Мне от тебя ничего не надо. Я просто хочу узнать тебя поближе. Ты покушала? А можно отдельный счет? Ну что случилось? Что ты ревешь? Да что? Я его с какой-то тёлкой видела. Он за руку ее держал и сосались еще. Вот козел, а. Стоп, они же уже 2 года встречаются. Так они еще не встречаются. Ты великолепна. Я хочу быть с тобой вместе, иметь от тебя очень много детей и никогда не изменять. Вали, а? Эй, детка, я не создан для серьезных отношений. Да я особо не романтик. Но если хочешь, догоняй. Он идеальный! Что? У меня эти дни. 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 Don't think about it too much, too much, too much, too much. Любимая, у меня на улице есть для тебя подарок. Боже, какой мужчина, я хочу от тебя сына. Малыш, малыш, малыш. С праздником! Туфли, джимичу, и айфон хочу. Любимая, сегодня праздник у девчат. Сегодня будут танцы, лишь как и девушки горят. В ее голове лишь ветер дует. Какая у тебя машина? У тебя своя квартира? А сколько денег ты зарабатываешь? Дай дать бушку. Я не такая, как все, я не ругаюсь матом. Ёб твою мать, блядь, уёбок, блядь, ебаный. Я на первое свидание не даю, зуб даю.
Наверное, это мой рай. Думаешь, это отец? Да, да, отец. Ты моя лучшая подруга. Ясно, что не разлучили. Привет! Ты! Поехали со мной! Опять со своими шлюшками общаешься? Да не, я с пацанами, ну. Знаю я твоих пацанов. А может быть, немножечко вина? Ну, только если чуть-чуть. Чё, может, бухнём? А давай. I'm in love with the coco. I'm in love. Витя, я ушла, а буду через 2 часа. Давай, пока. Пацаны, я приехал! Алкоголь! Смотри, какая красивая. Иди, познакомься с ней. Ша, привет. Ты мне сразу понравилась. Я бы хотел тебя... Может, выпьем? А давай! А может, хватит уже? А может быть, ты помогишь? Я с пацанами выпью! Мужчина! Красавица, можешь подбросить? Ты себя в зеркало видел? Стартану отсюда! Ну, шкура, садись, подвезу, может, а? Конечно, красавчик! В ее голове лишь ветер дует. Он забрал меня на машине, мы поехали в ресторан, там были свечки, шампанское и... Поцелуй! Я ее трахну. Yeah, I wanna shoot, baby, shoot. Какой милый парень. Да он охуй. Вот такая жопа. Я б его. Да у него минимум вот такой вот. Когда большой. Может, хватит? Скоро лето. Да еще 2 месяца осталось. До начала лета осталось 2 недели. А ты готов к лету? Любимый, добрый. Я же, блядь, не знаю, как менять колеса! Мне же вообще парень, сука, не нужен! Ну, конечно, у меня же нет парня, я сама заплачу. Сама справлюсь. Зато я сильная и независимая женщина. Одиночество, сволочь! Одиночество, скука! Да я тут в городе гуляю с девчонкой. Никит. Да? Если что, подходи. Никит, слушай, я так в туалет хочу, можешь сумку подержать? Я сейчас приду. Да, ну что, весело будет сегодня. I'm pour up a pump, pumping all on your stomach. Красиво. А с подружкой сфоткайся! Счастливый капитан! Счастливый! А где тут дружок? Я его сегодня... Дорогие молодожены, началась новая жизнь, а старую нужно забыть. Но тех 4 армянин в Сочи хуй забудет! Честно? Я не всегда такая. Я тоже женщина. Я тоже хочу замуж. Выходи за меня. Слушай, давай я тебя сфоткаю. А давай. Сейчас я чуть пониже ракурс возьму, чтобы ножки были длиннее.
Зай, знаешь, что я подумал? Вот тебе моя машина, вот тебе моя карточка. Поедь, купи себе новое платье, новые туфли. Ни в чем себе не отказывай. Ну что, давай посредничаем? Тебе правда это интересно? Конечно. Ну тогда слушай. Это что такое? Меня трудно найти, но легко потерять. Shake it. Ну как дела? Да, хорошо все. У тебя как? Да, тоже неплохо. Слушай, а? Давай выпьем. Ну, между первой и второй, как говорится, промежуток небольшой. Алло, Анжела, а что если я к тебе приеду с другом? Вот Путина, политику, я уважаю. Вот конкретно. Мужик, я ее всем сердцем любил, всем сердцем, она меня бросила. Ты брат мне? Пей. Я за тебя любого пойду, отвечаю. Рюмка водки на столе. Зай, а может ты эти выходные с друзьями проведешь, а я дома посижу. А давай я позову подружку, и мы займемся сексом втроем. Так, чтобы рано не приходил, выключить телефон, чтобы я не могла дозвониться, и обязательно предохраняйся. Сумасшедшая, но она моя. Open up your mind and see like me. Open up your plans and damn you're free. I look into your heart and you'll find love, love. Да не трогай меня, жарко! Просто закажи мне пожрать! Ты можешь, сука, не чавкать! Слушай, у нас все нормально, может поговорим? OVO, man, we really with the shits, boy.